В городской совет вчера поступило заявление от главы города Сергея Ивановича Сухарева о сложении полномочий досрочно с просьбой рассмотреть до 14 января вопрос. Поэтому мы сегодня подготовили распоряжение о назначении и проведении внеочередной сессии с двумя вопросами. Это рассмотрение вопроса о принятии отставки главы города по собственному желанию и о рассмотрении проекта решения о проведении конкурса. Ольга Владимировна, я правильно понимаю, что вот Сергей Иванович принес свое заявление, огорошил вас тем самым? Ну да. Я сомневаюсь, что депутаты ожидали что-то подобное. Совещание состоялось, и заявление свое Сергей Иванович озвучил. Там значится вопрос «собственное желание». Собственное желание не обсуждается. Это собственное желание. Сессия состоится в пятницу 14-го в 12 часов дня.